Друзья, всем привет! Позавчера произошла страшная трагедия. Наш враг взорвал Каховскую ГЭС. Вы наверняка видели эти фотографии, как наши граждане пытаются выбраться из затопленных домов, как домашние животные оказались в воде, их всячески пытались спасти. Вы прекрасно помните геноцид, который устроил наш враг в Киевской области, в Буче, точно так же в Изюме, закопанные патриоты, убитые, которых мучили перед смертью. Поэтому становится очевидным, что для Путина это очередной шаг, который он с легкостью принял. И не исключено, что следующим терактом может быть это Запорожская атомная электростанция. Поэтому нам всем крайне важно сейчас быть едиными, для того, чтобы не дать этому злу победить нас, этого Левиафана, который подвис над нами и всячески пытается уничтожить нас как нацию. От этого вдвойне тревожно, потому что когда наблюдаешь за тем, как один враг пытается извне нас уничтожить, есть внутренний враг, который точно так же занимается уничтожением нашей страны. Я сейчас говорю про Зеленского и про его команду, про то, каким действием приводят его окружение, он и его команда. Сейчас в этом выпуске речь пойдет именно о тех людях, которые окружают Зеленского, которые всячески выполняют его команду, в частности, набивают карманы в такой тяжелый период для нашей страны. Позавчера на канале Bigus.info вышло отличное видео расследование про то, как Зеленский со своей командой тестируют разворовывание денег на восстановление Украины. В частности, речь идет о городе Гостомель, который находится в Киевской области. Мне бы очень хотелось, чтобы для многих стало очевидно, что Зеленский стал обезумевшим вором, который грабит нашу страну изнутри. Давайте в маленьких примерах. Смотрите, сначала он не предупредил всю нашу страну о том, что Российская Федерация нападет на Украину. Не было ни единого окопа вырыта с севера и юга, вследствие чего буквально за день русские дошли до Киевской области. Ни одного моста не было подорвано на границе с Белоруссией. Буча, Гостомель, Ирпень почти полностью уничтожены, дома уничтожены, сколько людей там погибло из-за действий Зеленского, мы неоднократно об этом говорили. И сейчас вместо того, чтобы подойти к этому вопросу, не украсть ни копейки там, Зеленский что делает? Ставит своего главу военной администрации, который начинает заключать там фиктивные контракты для того, чтобы паковать карманы власти. И теперь давайте в нескольких примерах, кто же владельцы этих ФОПов, фиктивных ФОПов. Элементарный пример, житель Донецка, который 10 лет там проживает. Его мама живет с боевиком ЛДНР. Гостомельская военная администрация с ним подписала договор. 74-летняя пенсионерка из Николаева. Когда журналисты к ней приехали, она даже не могла вспомнить, о чем идет речь. Или вот священник, который набрал кредитов у односельчан и куда-то пропал. Или вот на 10 миллионов подрядов получила компания, которая зарегистрирована в жилой квартире. Когда журналисты приехали, владельцы этой квартиры вообще с удивлением отнеслись к тому, что вообще там зарегистрирована какая-то компания. Или вот люди, которые искали работу в интернете, не могли ее найти, а потом вдруг, как гром среди ясного неба, они оформляют себе ФОПы и начинают получать подряды от Гостомельской военной администрации. Так вот, с начала войны Гостомельская военная администрация, главу которой назначил лично Зеленский, выделила на восстановление города 150 миллионов гривен. Большинство этих подрядов получили ФОПы, которые не имеют никакого опыта работы. Когда обратились к военной администрации с просьбой прокомментировать, как это люди без единого конкурса, без подготовительной процедуры, без опыта работы получают такие подряды, глава военной администрации ответил, что нужно было быстро заключать договора, и в принципе они не должны разбираться в том, есть опыт человека или нету. Конечно же, друзья, я прекрасно понимаю, может и не быть опыт работы того или иного ФОПа в этой сфере, и ребята могли сделать абсолютно на совесть все работы. Я прекрасно это понимаю. Но не в этом случае, опять же. Журналисты решили проехаться по нескольким адресам и посмотреть, какие же работы они там выполнили. Вы только посмотрите на этот трэш. Будинку Олени Коваленко мали міняти розбиту покрівлю. На що з місцевого бюджету виділили 127 тисяч гривень?
Чим обмежилися робітники, ви вже чули. Переклали кілька секцій шиферу. Жінці пояснили, на неї просто забракло грошей. Тут же я бачу, як крили ці всі дома, скидали і крокви навіть міняли, і доски міняли, все міняли, ізоляцію виложили, а тоді ложили шифер чи там на стіл, що там вони ложили. А в нас нічого, я пішла, попросила, вони сказали, що немає, наш дом не входить у ліміт, у цей, немає грошей на цей дом. Ну як же немає, як усі дома перекривають, як же немає дом. Займалася цим будинком компанія біглого священника з Рівненщини. Три вікна поставили зверху, там і з тої сторони. А ці ми самі позичили грошей. Ставили самостійно, бо іншого житла у родини не було, а жити невідомо скільки взагалі без вікон неможливо. Ну чому тільки три? Тому що ці вже ж ми поставили. Ми позичили гроші, приїхали, у нас ще двоє внуків маленьких, школьники, приїхали у кінці травня. Так само купили двері, бо досками було закриті, забиті. Вони, може, й допомогли, я не говорю, що там вони не хотіли, ну ми ж не одні, це ж дуже таке, знаєте. Ну і все, можна було б зрозуміти. Гроші знайшли не одразу, підрядників теж. Складна ситуація, плюс мешканці майже все зробили самі. Це піддається розумінню. Не піддається ж той факт, що за документами і двері, і вікна у будинку поставили нібито саме державним коштом. Так, підрядники прозвітували про освоєння усієї виділеної суми. І так, це ми глянули тільки на маленьку конкретну історію. Скільки таких загалом? А чем эти ублюдки отличаются от русского солдата? Те приходили, грабили, выносили стиралки, выносили посудомойки. И сейчас эти грабят свое собственное население на ремонтных работах. Вместо того, чтобы восстановить эти дома людям, чьи дома пострадали. Потому что все эти же главы военных администраций, ни у кого из них ни один дом не пострадал. Они же себя прекрасно чувствуют. Но при этом они, как те сраные русские солдаты, решают грабить наше население на восстановительных работах. На фронте грабят снаряды, а тут в тылу грабят на восстановление домов. Вы знаете, насколько циничным ублюдком нужно быть вот Зеленскому, когда он приезжает в эти города, когда он делает такие щенячьи глазки со слезами о том, что он так расстроен, что ему так жалко, это пережитое горе, что он так делегацию туда возит и всем рассказывает, как украинцы пострадали, и при этом он ставит своих глав военных администраций, которые продолжают грабить этих людей, не восстанавливать их дома, не отдавать свое. Так хоть один бы глава военной администрации отдал бы свой дом пострадавшей какой-то женщине или семье, пусть они там живут, а сам пусть переезжает в тот вагон поживет. Но нет, ни один из них этого не сделал. При этом они дальше эти деньги считают, что это их собственность, и нужно запаковать свои собственные карманы. А все почему? Потому что пример идет от Зеленского. Що могли, бойки прибрали самотужки. Але для повного демонтажу необхідна спеціалізована техніка, з якою мала б допомогти місцева влада. Гостомельська селищна військова адміністрація. Нестор каже так, мала б, якби не ігнорувала звернення. Приходиш, ну чекайте, вам зателефонують. Ну ніхто таки не телефонує, я був вже 12 разів запитував, кажу, ну хоч скажіть, які є в черзі, там через півроку то відбудеться, через 2 місяці. Ну тобто ніхто навіть мені не дає відповідь, які ми по рахунку в тій черзі. Ну тобто і коли відбудеться той демонтаж, також не зрозумів. Ми там в свої 30-40 років не знаємо, чи ми зможемо ще раз заробити на будинок, хай меншого формату. Ми розуміємо, що ми можемо почекати. Але коли бабушка в 70 років живе в вагончику, який навіть не надала військова адміністрація, то стыд и позор такие администрации. Я видел в комментариях, что там находятся у нас люди, которые пишут мне о том, что Гео, президент не в курсе этого всего. Да вот элементарный пример, как Зеленский своим распоряжением назначил главу военной администрации. У Зеленского при полном, абсолютном контроле, который контролирует это Татаров, спускает от Ермака к Татарову, на полном контроле БЭП, КРУ, СБУ, ДБР, Национальная полиция, Министерство внутренних дел. И вы думаете, все эти службы, на которые мы каждый год тратим сотни миллиардов гривен, они этого не замечают? Да, конечно же, замечают. Просто там стоит подпись Зеленского, что он лично назначил главу военной администрации, поэтому его трогать нельзя. Вот так работает мафиозная система в нашей стране. Забавно, да, получается? Одних Зеленский отстраняет, а других, несмотря на все зашквары, несмотря на факты коррупции, он сохраняет возле себя, потому что они в клюве приносят ему и Ермаку пополняшки каждую неделю. Вспомните историю, как с мэром Атрошенко было, с мэром Чернигова. Его же отстранили из-за того, что он сильно популярный. Самый большой
мандат доверия по всей Украине был у мэра Трошенко. В итоге его по указанию Ермака и Зеленского отстраняют на год от занимаемой должности. А другие такие, как мэр Сум, например, который сразу же смылся из города, или губернатор Сумской области, на протяжении оккупации области, где он был? На Западной Украине в подвале сидел и оттуда пилил видосики, включаясь на ТВ-марафон, рассказывая про ситуацию у себя в области. Так пусть пойдет под детектор лжи, скажет, где он это все время находился. Он в это все время был на Западной Украине, оставив свой регион. И сейчас Зеленский пытается провернуть то же самое в Киеве. Воспользовавшись горем людей, он пытается решить свою личную проблему. А его личная проблема в том, что он с треском проиграл выборы в 2020 году. И сейчас он пытается получить полный контроль над городом Киевом, чтобы поставить какого-то туда своего Ермаковского, Тищенковского какого-то фунта, для того, чтобы абсолютно полностью безнаказанно пилить киевский бюджет в своих интересах. Этим барыгам Зеленского, главам районам, было выделено 1,2 миллиарда гривен для того, чтобы они привели бомбоубежище в порядок. Так вот, было использовано порядка только 10% из этого бюджета. В остальном они думают, как подойти к вопросу, чтобы по максимуму украсть из этого. 50% бомбоубежищ в Киеве, они абсолютно непригодны. Там крысы, там влага, там плесень, как и зеленая плесень, как это символично. Так вот, они абсолютно непригодны для использования. И что самое комичное в этой всей ситуации, обоссанная шестерка Ермака, глава района, выходит и говорит: Кличко должен сложить полномочия занимаемой должности. Так поликлиника находится в ведомстве этого главы района, который его Зеленский назначил личной подписью. Он несет прямую ответственность вместе со своим Зеленским. Друзья, я сейчас не защищаю мэра Киева. Мы не один блог посвятили ситуации в городе Киеве. Но то, что Зеленский приказал с Ермаком собраться главам района города Киева где-то в подворотне, и снять видео, как они обращаются к мэру, чтобы тот сложил с себя полномочия главы КГА, это выглядит крайне смешно. В отличие от того же мэра, за него голосуют люди. Это избираемая должность. А глав района назначает Ермак Зеленским по одному лишь принципу: сколько денег они принесут в офис президента Украины. И вместо вот этих полудурков, в принципе, можно было взять рандомно каких-то других полудурков, поставить и сказать, что это главы района. Мы, головы районных администраций в місті Києва, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад: міського голови і голови КМДА. И мы, отряды Путина, не можем дальше больше терпеть. Что ж ты сделал, Байден? Им выделили 1,2 миллиарда гривен. Они не смогли эти деньги освоить и произвести ремонт в бомбоубежищах. Туда невозможно просто зайти, из-за этого люди не спускаются в бомбоубежище. И что эти полудурки сделали? Правильно, ничего. В советское время было такое выражение: не украсть, не посторожить. Это вот прям про этих глав районов. В принципе, это отлично ДНК Зеленского, который показывает, что он абсолютно некомпетентный, вороватый идиот. На днях вышел социологический опрос центра Разумкова, где более 70% людей сказали, что подготовку к войне она являлась недостаточной, друзья. И почти 50% возложили ответственность на Зеленского, на нашего человека года, на нашего великого лидера. Это все в кавычках, понятное дело. Так 50%, друзья, считают, что Зеленский виновен в том, как наша страна подготовилась к войне. Это хороший результат того, как пропаганда все-таки на этом сраном ТВ-марафоне не до конца работает в нашей стране. И это хорошо показывает то, как мы отличаемся от Российской Федерации и от Беларуси. Нам так просто не получается промыть мозги. И это хороший все-таки показатель для Зеленского, что после окончания войны он этим всем просто-напросто умоется лицом в асфальт за все то, что он сделал в нашей стране, за эти десятки тысяч погибших украинцев, за то, как он не готовился к войне, как сейчас его сраная военная администрация, это только на одном примере мы до этого говорили про Гостомель, а их же просто сотни.
Это только на одном примере. Он лично за это все будет отвечать. Со своим Татаровым, со своим Ермаком, со своими другими чиновниками. Что не в такой тяжелый момент, вместо того, чтобы поставить всю обороноспособность на рельсы, всю нашу страну поставить на рельсы обороноспособности, объединиться и дать врагу по зубам, они решили просто дальше паковать свои карманы. Друзья, мы от этого точно с вами не отступим. И мы заставим каждого из них ответить за все проделанное. На этой неделе бизнес-партнера Ермака и Татарова по коррупции депутата Киевсовета Трубицына объявили в международный розыск, так как он смылся из страны. Эта вся история обросла довольно интересными новыми деталями, о которых я хотел с вами поделиться. Отдельно хочется сказать то, что Трубицына с Ермаком познакомил кто, конечно же, Коля Тищенко Котлета. Неудивительно, что коррупционеры притягивают к коррупционерам. Так вот, после этого он познакомился с главой партии «Слуга народа» Еленой Шуляк, которая является представителем строительного лобби в Верховной Раде. И дальше он начал распространять свои сети по коррупционной вертикали в городе Киеве. Недавно вышло интервью бизнесмена Игоря Тынного, где он в том числе вспомнил Трубицына. Я зачитаю. «Трубицын приезжал ко мне на переговоры, и раз я с ним общался по телефону, он козырял связями и ультимативно утверждал, что ни одно строительство на Оболоне не может состояться без его согласия. Очевидно, это мало чем отличается от того, что ему инкриминируют детективами НАБУ». Друзья, мы с вами часто говорим, что это зеленое болото. И сейчас на одном из примеров я вам приведу пример, почему же. Так вот, Трубицыну помог убежать из страны благотворительный фонд под названием «Родная Оболонь». Владелец этого благотворительного фонда Кирилл Фесик, который являлся адвокатом Марьяны Безуглой в 2019 году, когда ей инкриминировали подкуп избирателей на Оболоне. А как выслужилась Марьяна Безугла перед Ермаком? Потому что именно Ермак ее запихнул в команду «Слуги народа». Когда началось расследование против Ермака о срыве спецоперации по вагнеровцам, создали фиктивное ТСК в Верховной Раде. И кто ее возглавил? Конечно, Марьяна Безугла. И она отслужилась своему хозяину сполна, рассказывая о том, что никакого слива с офиса президента не было, этого не удалось установить. И все ключевые свидетели, которые говорили об этом, просто-напросто на ТСК не были допрошены. Ну и, конечно, согласно кодексу зеленых барыг, Фесика точно так же нужно было как-то отблагодарить. Его назначили главой Оболонской РДА. Между прочим, именно в кабинете Фесика записывали Трубицына. А чтобы понять масштаб того, как они себя чувствуют королями жизни, посмотрите, как этот Трубицын на рабочем месте напился буквально до начала полномасштабного вторжения. Ну и, конечно же, вишенкой на торте в этом зеленом болоте является адвокат, который представляет интересы коррупционера Трубицына. Это Андрей Арсирий, который работает в адвокатском объединении «Креденс», в котором когда-то работал Олег Татаров. Именно мы с записи Национального антикоррупционного бюро Украины узнали от помощника Трубицына о том, что Трубицын лично отчитывается Татарову за то, сколько он собирает смафов, а тот, в свою очередь, отчитывается Ермаку. И посмотрите, какое у них благоприятное поле сложилось в городе Киева. Глава благоустрия – человек Ермака Татарова. За ларьки отвечает человек Ермака Татарова. Ну, вследствие, понятно, и Зеленского, потому что это его личная ответственность. Кто должен бороться с этим всем, с незаконной преступностью? Конечно же, Бюро экономической безопасности полностью в руках Татарова. Служба безопасности Украины полностью в руках Татарова. Национальная полиция, Министерство внутренних дел полностью в руках Татарова. Получается, некому бороться будет с этой организованной преступностью. Если бы не Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы бы не узнали о том, что депутат
Киевсовета, бизнес-партнер по коррупции Ермака и Татарова является коррупционером. Поэтому, друзья, видите, получается так, что все правоохранительные органы в нашей стране этого не замечают. Вы думаете, только одно НАБУ это заметило, а все остальные не замечают. А все почему? Потому что эти люди в клюве носят Ермаку, Татарову и Зеленскому. И все правоохранительные органы в нашей стране знают, что их трогать нельзя. Вот так работает система мафии в нашей стране. Полтора года после того, как Трубицына вскрыли на взятке, он продолжал находиться во фракции «Слуга народа» в Киевсовете. Никто его не трогал. Вы же прекрасно помните, это тысячи новостей на ТВ. На ТВ постоянно об этом обсуждали. Зеленский прекрасно это знал, потому что это его человек. И именно Трубицын часто ходил в офис президента Украины. Но при этом Зеленский предпочел его не трогать, потому что это его человек, который обогащал его карманы. Но когда стало очевидно, что Трубицын все-таки пойдет под суд, что он сядет в тюрьму, и скорее всего он может пойти на сделку со следствием, рассказать, куда и сколько он передавал денег, в частности Татарову, то офис президента принял решение, что нужно от греха подальше дать ему выехать из страны. И именно с личной подписью главного пиарщика нашей страны, человека, которого каждый день выходят эти интервью, я сейчас говорю про Буданова, с его личной подписью ему дали избежать из страны. Вот так она вся эта шобла работает вместе. А к Буданову, между прочим, обратился командующий ССО. Вот так они вместе, все друзья, спелись воедино. Все это коррупционное нутро. А если бы вышло Трубицына отмазать, то была бы такая же история, как с Мецгером. Он избил журналистов, суд ему выписал на пару тысяч гривен штраф, и дальше он пошел на повышение. Все при покровительстве Зеленского. Он возглавил Укрфинжитло, которому сейчас передали 50 миллиардов гривен. С приходом власти Зеленского произошел реванш дна. Зеленский оказался такой же мразью, как и диктаторы в соседних странах. Но, к счастью, он также ошибается в украинцах, как те самые диктаторы, которые дали им по зубам. Потому что, когда закончится война, Зеленский и его команда сполна ответят за все, что они делают в нашей стране. Слава Украине!